Сегодня утром умерла депутат Горсовета Елена Курамшина. Она скончалась у себя дома в возрасте 54 лет. Предварительная причина смерти – внезапно оторвавшийся тромб. Елена Вячеславовна была не только депутатом, она работала директором спортивной школы Олимпийского резерва «Спутник». Много лет занималась развитием фитнеса, гимнастики и массового спорта в Красноярском крае. Организовала многие крупные спортивные соревнования и праздники для детей и взрослых.